С вами компания «Электромоторы». Хотим ответить на вопрос, можно ли использовать еврокуб с пластика для перекачки и хранения бензина, использовать его как мини-заправку. Ну, по большому счету, пластик мы не можем использовать для хранения бензина, поэтому это должна быть металлическая емкость. В основном это используются специальные металлические огромные емкости, такие как бочки. Они должны быть установлены в специальных местах и заземленные обязательно. Они должны быть взрывобезопасны. У них есть специальная толщина стенки, они, может, имеют еще дополнительно какое-то покрытие. Поэтому использовать именно для хранения вот такие вот емкости пластиковые для бензина нельзя и не рекомендуется. Они используются для дизельного топлива, поэтому выбирайте правильно, покупайте правильно. Если нужно для дизельного топлива, есть такие еврокубы. Если для бензина, то покупайте обязательно только металлические емкости. Более подробную информацию о оборудовании для топливораздачи обращайтесь в нашу компанию по телефону 044-530-38.